Что же, сегодня мы узнаем, кто будет нашим новым напарником, и это станет Макс Ферстаппен. Да, это было, конечно, для меня даже неожиданно, то, что Ферстаппен решит променять Red Bull, который, по сути, имеет самый лучший болид в данный момент в пелотоне. Но, все-таки, да, он решил взять Макларен. Конечно, в какой-то момент, я думаю, он пожалеет об этом, но если брать на долгую перспективу, то да, в скором времени наш болид начнет ехать и очень-очень быстро. Но также нас покидает Ланда, не знаю до какого момента, за место него приходит у нас Карл Сайнс, который таки получил свое место в Редбуле. Думаю, это долгожданная его была мечта с момента еще Торо Росса. Ну и собственно так, Япония, в ней я взял кучу штрафов, а именно всю новую установку ДВС, поскольку мне задолбало брать все время разные штрафы за разные элементы и по итогу все время стартовать с конца. Поэтому я решил взять просто все сразу элементы и хватит до конца сезона, так что последние гонки мы будем уже нормально квалифицироваться, ну а в Японии будем стартовать с конца пелотона. Также в первом сегменте я проехал всего лишь один круг и в принципе да, мне даже его бы хватило, чтобы пройти во второй сегмент. Ну ладно, все-таки будем пытаться прорваться на данный момент. Старт расчет у нас следующим образом выглядит. Первый — Пьер Гасли, второй — Карл Сайнс, третий у нас — Себастьян Феттель, четвертый — Льюис Хэмилтон, пятый — Вальтери Боттас, шестой — Шарль Клер, седьмой у нас — Чака Перес, восьмой — Кими Райкнен, девятый — Кевин Магнуссон и десятый — Ника Хюлькенберг. В принципе, кстати, можно заметить то, что Райкнен неплохо стал квалифицироваться, он все время попадает в третий сегмент, в отличие от его напарника Антонио Джовинаци. Ну, посмотрим, как у него пойдет дальше дела. Ферстаппен стартует с 11 места, я же с 18. Гаснут красные огни, я неплохо в этот раз стартую. Ну, это, наверное, по отношению к Расселу, поскольку он провалил старт. Слева у него тут же пытается пройти Рикьярдо, но это ему не удается, поскольку я занимаю внутреннюю траекторию. И тут же по внутренней траектории пытаюсь всех опередить, но по итогу Максимум смог опередить только Рассела на выходе из первых двух поворотов. Ну и, собственно, перейдем к старту лидеров. Впереди у нас стартовали два Рэдбула, думаю, после этого Макс уже как минимум пожалел, что перешел. Феттель на старте очень хорошо стартовал, сразу же навязывает борьбу обоим Рэдбулам, но, к сожалению, вылетает из-за контакта. Также можно было заметить то, что отлетела какая-то часть переднего антикрыла. И тут можно подумать, что это было антикрыло Феттеля, но нет. Если приглядеться к болиду Гасли на выходе, то можно было заметить то, что это была правая часть переднего антикрыла, как раз таки его. Из-за этого он не терял скорости, как я думал, и потом удивлялся, как он успел всех догонять, да еще и обгонять спокойно. Но вот так получилось, по сути Гасли после этого начал терять скорости. Я же пытался прорваться через Джованаци, но не смог по внешней траектории. К сожалению, на этот раз уже не удалось найти нормальных настроек, поскольку пытался как-то по-старому настроить болид. Но все-таки в 18-й формуле у нас был балласт, благодаря которому можно было чуть проще настроить болид, и он чуть лучше управлялся в этой скоростной эске. Ну ладно, 12 мне удалось разобраться во втором секторе. Тут же в шпильке я влетаю, сразу же пытаюсь пройти и Кубицу еще вместе с Грожаном. Грожана прошел, но вот с Кубицей не удалось, к сожалению. У него чуть лучше был выход, и по итогу он начинает отрываться. Ну и плюс, да, мотор Мерседес, который они, кстати, до сих пор еще не улучшают. И в данный момент у них, по сути, мотор уже не дает им таких серьезных преимуществ, как это было примерно на старте сезона. Но все равно... Отрываться Кубица от меня мог спокойно напрямую, особенно если он еще получал слепстрим от предыдущей Торо Росса. Грожан пытался меня атаковать в начале нового круга, но решил этого не делать, не рискнул меня атаковать в первом повороте, там, где обычно у нас происходит немало крэшей, поскольку все пытаются друг друга опередить. Ну, собственно, один из таких моментов, ну тут банально Рикьярдо поддел Рассела и отправил его в занос в зону вылета. Собственно, как это было, Рассел защищал внутреннюю траекторию, не знаю, почему Рикьярдо решил попытаться все равно пройти, но по итогу, да, столкновение, Рикьярдо не повредил себе переднее антикрыло, но немного подвинул Рассела, и тем самым Рассел потерял сразу две позиции. На следующем кругу Кубица проходит Вебера, который ошибается на выходе из 130R, довольно опасного поворота, поскольку если там пройти бок о бок и кто-то кого-то заденет, то, скорее всего, этот кто-то может отправиться в отбойник. Ну, а это к моменту перехода пилота. Если заметить, то у Ферстаппена шлем остался в раскладке Red Bull, и это один из минусов как раз таки этих трансферов, поскольку вот подобные визуальные предметы в виде шлемов все-таки у пилотов остаются те же, и по итогу чаще всего эти шлемы-то и раскрашены в цвета команды. Ну, примерно только у Рикьярдо он не раскрашен в цвета команды, поэтому он будет смотреться в любой команде нормально. Ладно, вернемся к борьбе лидеров, где Леклер пытался пройти Боттаса, но не смог, очень широко поехал, по итогу еще и Боттас заблокировал себе переднее колесо, и Хэмилтон с Феттелем этим воспользовались, по итогу Хэмилтон вышел на вторую позицию, ну а Феттель начал бороться с Леклером за третью позицию.
Ну и тут, в принципе, у них борьба шла в эсках недолго, а точнее до конца эсок, где Феттель все-таки одержал победу над своим напарником и отправился уже вперед за Хэмилтоном. Все-таки хотелось ему выиграть чемпионский титул уже в кои-то веке. Собственно, на следующем кругу Феттель на старт-финишной прямой обходит Хэмилтона, но он чуть широко заходит в поворот, из-за чего Хэмилтон смог с ним поравняться, произошел даже между ними контакт, благо никто себе ничего не повредил, но по итогу Хэмилтон проиграл эту борьбу Феттелю, и Феттель отправился вперед уже за Карлосом Сайнсом, который в этот момент лидировал в гонке. Ферстаппен также пытался потихоньку прорваться, борьба у него с Хюлькенбергом вышла довольно напряженной, на выходе из второго поворота он смог с ним поравняться, и по итогу большую часть трассы они проехали бок о бок, а именно половину ее дистанции. В эсках они довольно много теряли по отношению к предыдущему, Гасли даже с поврежденным передним антикрылом они ехали плюс-минус на его скорости. Также Кими впереди пытался оторваться от Гасли. Постепенно Ферстаппен выходил вперед, но потом шли два правых поворота, из-за чего Хюлькенберг смог вырваться чуть вперед. Впереди у нас идет шпилька, которой по сути решится вся борьба. И по сути для Ферстаппена шпилька очень выгодный поворот, поскольку он по внутренней траектории начинает проходить Хюлькенберга и чуть лучше выходит по отношению к Хюлькенбергу и соответственно уже проходит в борьбе за 10-ю позицию. Ну, потихоньку, помаленьку, до Ферстаппен, может быть, и прорвется дальше в очковую зону. Также позади у нас происходила борьба за 15-ю позицию. Рикьярдо с самого старта едет на 20-м месте, никак не может никого из этой группы опередить, в отличие от Батлера, который уже оторвался вперед. Ну и, собственно, да, Грошан теряет одну позицию по отношению к Джованнаци, потом он проходит еще и Торо Россо, ну и вишенкой на торте стал такая же отправка от Рассела в зону вылета. По итогу его тут же проходит и Рикьярдо, потому что у Грошана было повреждено к этому моменту антикрыло, причем не знаю по какой причине, где он повредил его. Ну да ладно. В какой-то момент я уже догнал Кубицу, который постепенно-постепенно догонял еще предыдущие болиды, но благо он не успел их догнать до момента, как я его прошел. По итогу со счет ДРС и слепстрима я его прохожу до начала еще первого поворота. И теперь самое главное было оторваться от Кубицы и не давать ему ДРС и пытаться еще догнать впереди идущие болиды. Но выходило это крайне плохо, темпа особо не было. И через какой-то момент меня догнал еще и Батлер, который также стартовал с последних позиций из-за штрафов. Он меня спокойно прошел до первого поворота. И теперь мне самое главное было за ним удержаться и не дать ему отъехать от меня очень и очень далеко. Но по итогу все прошло не по плану, именно вот в этот самый момент. Батлер решил сразу же вернуться в гонку после своего вылета. Я, к сожалению, ничего особо не смог сделать. Максимум, что я мог сделать, это отвернуть налево. Но я заблокировал все колеса, и поэтому болид не слушался особо руля. К сожалению, это сход, и очень обидный сход. Конечно, этап не особо хорошо складывался для нас, но я думаю, какие-нибудь дачки я бы все-таки смог бы заработать. Выигрывает у нас этап Себастьян Феттель, который провел очень хороший этап, несмотря даже на вылет в начале гонки, это не повлияло никак для него, и он смог закончить ее на первом месте. Вторым у нас приехал Шарль Леклер, и третьим Карлос Сайнс. Неплохой дебют для испанца в Red Bull'е. Посмотрим, как дальше он сможет себя проявлять. Ну и, собственно, да, в один момент я, кстати, задумался по поводу вот этих трансферов. Если посчитать, то у нас еще не будет трех гонщиков, то есть в данный момент это будет Норрис, Квят и Строл. По итогу каждый раз они будут и приходить в начале, в середине сезона и довольно сильно менять картину, которая происходит у нас в личном зачете, поскольку те гонщики, которые у нас не будут ездить в командах, они будут присутствовать до сих пор. И, к примеру, может возникнуть следующая ситуация, то что за место Феттеля, Хэмилтона или там Гасли, или в любую топовую команду может прийти гонщик, который не имел очков, то есть там Квят, к примеру, Строл, или вот Норрис в новом сезоне. А при этом сезон у нас уже подходил ближе к концу, и прям тот же Феттель, который лидировал в чемпионате, решает уйти. И по итогу Феррари проигрывает чемпионский титул, и причем в игре может быть, конечно, это как-то прописано, то, что не может гонщик вот так вот прям взять и уйти, но все же я думаю, что есть такие возможности в игре, и вдруг такое может произойти, все-таки изменения будут очень и очень кардинальные. Штрафов у нас до 9 круга были прописаны, дальше я сошел, и, соответственно, игра их не пишет. Также в соперничестве я проигрываю теперь Батлеру, хотя до этого очень и очень комфортно лидировал, но за два этапа я смог все преимущество просто-напросто растерять. И теперь мне надо будет выиграть квалификацию у него, и тогда мы сравняемся по очкам, ну и в гонке набрать больше очков, чем он, и следующая при этом гонка будет в Мексике. Причем в 18-й формуле, если я правильно помню, после Японии следовал США, но вот теперь почему-то стоит Мексика, хотя я не понимаю, в чем логика, ведь по сути
командам из Южной Америки надо будет в Северную ехать, и потом опять в Северную в Южную. Смысл такой перестановки даже мне просто непонятен. Ко всем командам у меня тут же падает репутация, поскольку я разбил же болид, эх. Но хотя, по сути, был виноват. По большей части все-таки Батлер, поскольку он должен был пропустить меня и потом уже возвращаться. По сути, это было небезопасное возвращение на трассу, и это, по сути, карается каким-нибудь штрафом. Но в случае Батлера он в очки не заехал, поэтому штраф тут просто бесполезен. По поводу модификации, я взял вне записи модификацию на двигатель, который нам приедет только в Мексику. И, собственно, в Мексику мы еще ждем два последних обновления в аэродинамике. Ну и что же, теперь будем копить ресурсы на большие обновления, которые будем заказывать уже в новый сезон. Ну и также будем начинать работать с двигателем и постепенно с шасси с нового сезона, поскольку в этом смысла особого нету. На этом, ребят, все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч, ребят. Пока-пока и удачи вам.